Страйкбольная версия АК-74У от китайского производителя ЦИМА. В комплекте привод, инструкция, небольшое количество шаров, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора и ключ для регулировки мушки. Материалы изготовления: ДТК, мушка, ствольная коробка, выполнены из алюминиевого сплава. Крышка ствольной коробки и приклад выполнены из стали. Цевьё пластиковое. Рукоятка пластиковая. Прицельные приспособления регулируемые. Мушка регулируется с помощью специального ключа. И целик. Приклад складной. Складывается в левую сторону. С левой стороны ствольной коробки есть стандартное крепление для оптики. На стволе и прикладе есть антабки для крепления ремня. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки хоп-апа, необходимо потянуть за имитацию затвора. Регулировка происходит с помощью специального бегунка. Хоп-ап стандартный для приводов АК-серии. Аккумулятор располагается под крышкой ствольной коробки. Разъем мини-таймия, есть предохранитель. Органы управления стандартные для приводов АК-серии. Спусковой крючок. Рычаг отмыкания магазина. И переключатель режимов огня. Предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. Внутри привода находится стандартный гирбокс третьей версии. Все запчасти гирбокса взаимозаменяемы с запчастями от других производителей, так что этот привод поддается тюнингу. К данному приводу подходят бункерные механические магазины от фирмы ЦИМА.